Всем привет, друзья, с вами Андрей Броскей. И Росерна. Мы продолжаем играть в Лего Индиана Джонс Original Adventures, и у нас попался этот парень, Таги. Ну, вроде он. В челме. Но да, мы решили сразу первым делом проверить, можно ли тут собрать будет все секретики. А то мы никак их не закончим. Да, посмотрим. Вот, проверяй сразу, чек, подходит он или нет. Да, подходит. Это он. Воу, теперь нам нужен малек. Малек. Slave Child. Да, давай влезь, я пока буду наблюдать. Тебе нужен парень с базукой. Теперь. Или девчонка, которая умеет кричать. Она не умеет, только Вилли умеет. Ладно, тогда книга. Я пойду разгадывать загадку. Опс. Что происходит? Я думал, это я делаю. Не могу понять, почему я ошибся просто. А у нас нет товарища, блин, с динамитом. Так, ну, пойдем его найдем. В смысле, не с динамитом. Он часто ходит в холле где-то. А, это с базукой, который... Кстати, базукой можно и стекло разбить. Да. А вот этот не с бомбой случайно, парень? С бомбой класс. Случайно. Случайно с бомбой. Ну, вообще, он с гранатой. А вот этот товарищ, он с лопатой. Надо девчонка, вон она пришла. Сейчас мы разгадаем эту загадку. Да, любопытно, что мы тут найдем. Тащи сюда. Чек. И что это такое? Люк? Серьезно? Люк? Ключ? Это ты? Я твой отец. Это ключ от чего-то. Ключ от чего-то? Да. Может быть, за шкафом что-то? От чего только? За шкафом. Ну, это не может быть, потому что он ведет в коридор. Где мы можем этот ключ? Ну, его, наверное, с собой можно тягать. Побежали дальше, посмотрим. Надо отсюда выбегать. Тащи ключ. Ключ с собой. С тобой. Да. Где-то должен быть теперь механизм. Да, очень любопытно. Я не ожидал, что там будет именно ключ. Я не помню, где может быть. Может быть, этот ключ наверху, там, где мы находим. Ладно, не ломай ничего, давай по-быстрому пробежим. Может быть, он на втором этаже, там, где... Артефакты? А, ну да, хотел сказать, экспонаты. Ну может да, экспонаты. Быть, возможно. Ничего нет. Там, может быть, нужно их все собрать, а потом что-то появится, и типа этот ключ использовать. Может быть, такая задумка. Потому что я не помню, где здесь можно вообще... Ну, где находится какой-нибудь механизм, где можно применить ключ. Странно. Но зато мы решили эту загадку наконец-то. В библиотеке, не? Чисто осмотреться. Да, загадку решили, здорово, но мне кажется, если мы теперь выйдем отсюда из колледжа, то она поновится. Ну, хотя бы мы знаем, что и как. В кинозале, наверное, нет. Давай еще раз в библиотеку, может, купить можно что-то есть там. А, у меня 6000, все, никаких вопросов. Никаких больше. Давай еще, ладно, на второй. Может быть, все-таки слева там. Как лестница, которая не ведет никуда. Там нет, похоже. Там батареи. Не, побежали направо. Еще раз глянем в этот большой зал. О! И можно применить, типа? Или нет? Нет, это типа тащить надо. Вот это лучше, да, понятно. Да, вот он! Вот он! И что? Что нас ждет? Что ты делаешь? Я открыла люк. Вот этот? Да. Э,
Это потрясающе, но зачем? Может быть, еще что-то покрутить дольше? Нет, это все, это конец. Значит, нужно что-то с артефактами, видишь, сделать, скорее всего. Собрать их полностью. Может быть, из этих люков, кстати, что-то появится. Ну, давайте тогда отправляемся выполнять следующую главу нашего потрясающего приключения. Фильм третий. Последний крестовый поход. Глава четвертая. Trouble in the Sky. Неприятности в небе. Поехали. Ой. Я нажал, думал, уже все началось, смотрю, там идет запись, не идет, микрофон работает или нет, все остальное. А на экране там «Поехали» называется. Угу. За нами парни в дисгайзе следят. Вот это дирижаблик. Да, была на дирижабле ситуация. Тут дама парики меняет. Оу, маршрут. Парни в форме. Без билетников ищут. Возможно. Я опять за. За? Я погнал в окно. Проветрился. Я проветрился неплохо. Так, они с нами пока не конфликтуют, не дерись. Не хочу с ними файтиться. Чем они нужны? Как скажешь. Как туда наверх попасть? Нужен с помощью девушки. Прыжок. Ну, давай уходим отсюда, потому что, глянь, они на нас, кстати, никак не реагируют, даже то, что мы по столам тут мотаемся. Ну, это обычная история у них. Да, ну, пьяные клиенты там именно по столам. Пассажиры, в смысле, пьяные пассажиры. Ты хочешь с дирижабля уйти? А я не знаю, тут же должен быть какой-то ход. Ой, сразу они поняли, что это мы. Они нас сначала не признали, типа. Ой-ой-ой. Ой, это главный их. Стоять! Как до него добраться? А у него там... Ой, что он делает? Он вообще на что-то кинул. Кидается стульями. А, бутылками. Я буду в него кидаться за это. Блин! Есть один раз. И ты попала, да? Да. Вот умница. Да, Росаверна просто супер. Супер. Блин! У того была бомба. Товарища. Все, надавала я ему шалопаев. Обалдеть. Ну. Он пассажиров выкинул. На дипломаты? Да. На багаж. Багаж. А как же ж так? Улетели без него, он расстроен. Что происходит? Нет, он все-таки не сдается, похоже. А, развернулся назад. Было и такое в фильме. Сейчас мы на самолете будем тут летать и будем даже, наверное, стрелять. Но мне бы очень хотелось какой-нибудь устроить бой воздушный. Ё-моё, Андрюшка. И в заставке отстрелил хвост. Сам понятно? Себе. Тут все очень быстро произошло в воздухе. Давайте собирать детальки. Что творишь? Рушу ломаю. Но я что-то добыла. Добыла? Да, какую-то штуку. Вот это да. Вот это неожиданно. О, подожди, направо, налево не лети. Давай сейчас тут осмотримся сначала. Перепрыгнуть, значит, нельзя, блин. Забор по щиколотку. Ну, теперь точно налево. Ясненько. Теперь мы можем вернуться назад, если что. Та-та-ра-тан, та-та-ра-тан-тан. Лесенка вам. Спасибо. Пожалуйста. Ну зачем? Да вот не знаю, сейчас будем разбираться. Там секретов. Ой, блин. Сзади нет. Ой, блин. Печально. С часиками секрет. На 12 должно быть. А, в смысле, 12 часов. Там написано 12:45 внизу. Что делать? А, нести его вот вниз, да, наверное, деталь? Вот сюда нет? Направо, наверное. Направо? Может быть и направо, может быть все что угодно.
А чтобы открыть тут секрет, нужно поставить стрелки на 12:45. А как их вообще двигать, стрелки? Разобралась? Может, еще раз разрушить те часы? Ну, пойдем посмотрим. Чекнем. А, или... Да, наверное, нужно здесь вот тут развалить эту штуку и крутить. Вот здесь вот ключ должен быть, чтобы их крутить. Какую штуку развалить? А, ну, серебряную. Понятно. Значит, у нас нет персонажей, необходимых для решения загадок. Тогда побежали дальше смотреть, что к чему. Опасно. Ой. Ой, летят, ребятки. Ого. Что творится? Ау. Что, я тебя зацепил? Ну да. Да быть чуток. Такого не может. Так, я прячусь. У меня опять пистолет. Ой. Кидают ракетами. Ракетами. Кидают ракетами. Как скажешь. Ракетами так ракетами. Кидают так кидают. Да ну что ты меня хочешь? Да ну либо они ракеты кидают, либо они ими стреляют. А, ну либо, блин, это вообще-то бомбы какие-нибудь, там гранаты, я не знаю. Но мы разобрались просто. Это было забавно. Тобою сказано, кидают это. Я не мог не акцентрировать на этом внимание. Ой, тут дальше еще что-то. Ой. Я что-то несу. А, это нужно вот сюда. Да, блин. Они неугомонные, постоянно прилетают, приземляются. Что тут происходит? У, секретик. Неплохо. Даже очень неплохо. Лопатка нам бы тут пригодилась. Эть! Тут все смотрела в сарае. Ну да. Ну так, глянула. Глянула. Та-тара-там, та-таран-тан-тан. Что еще тут? Какие-то у нас веревки. Ух ты, ой. Разломал. Так я и подозревал, что произойдет. И собрал по новой. Теперь это будет мощный. Надежная конструкция. Да, чуть не упал. Тут еще и кладбище, похоже, местное. Оу. Что? А, наверное, вот эти ящики, это для у тех коробок. Наверное, я не знаю. О чем ты? Ну, помнишь, мы коробки не могли там найти. Блин, я опять ступал. Что происходит? Надо сразу туда перепрыгивать, я понял. Ты хотела со стога сена туда? Да-да. Лестницу. Лестница — это прекрасно. Ты не можешь ее? Ладно. Угу. Та-таран-тан, та-таран-тан-тан. Ей! Ух ты, это сад. Красота. Классно выглядит. Соглашусь. Потому что не из Легос. Не из Легос? Ну да, на деревьях. А, из деревьев? Из деревьев. Та-та-ра-та-тан. Слушай, ну с лопатой я что-то тут не знаю. Лопата есть, копай, а заняться деревья нечем. А обкапывай, да? Ну да. Так, ну вроде мы справились тут со всеми задачками. Что дальше? Это что такое? Песок. У меня лопата, я буду песок лопатой сейчас грести. Уааа, этот звук ужасный. Это ракета. Ран. И они кидают ракетами. Оу, блин. Я их держу под контролем. Нет, я понял, я убегаю.
Я же не хотел. Ой, блин, опять. Они опять кидают ракетами. Тачка. И даже руль. Ты даже руль на неё поставишь. И даже руль надо было, да. Ну и куда они там будут приземляться? Тихо-тихо, не перегораживай. Что? Ну, о чем ты? Стрельбу. Ну, все окей, все окей. Ну, я их собирался расстрелять, просто ты то ли драться. А, тут камнепад! Ой-ой-ой. Ну, я проскочил. Машину пошли. Мотор нашла? Говорить. Наверное. Мне еще вот сюда хочется забежать, какие-то домики. Это не сюда. Это на вот туда. Машину нужен гаечный это ключ. Вот туда. Сейчас, сейчас. Вот туда, вот туда. О, мы тут еще ничего не осмотрели просто. До конца. Там опять летят парниши. Вау. Не получилось с первого раза. Ну ничего, ничего. Нам вам нужна просто практика. Уаа, быстрее, ран! Куда эти тащить, ты говоришь? Вперед. 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 Ну красиво выглядит, красиво. Папка, не толкайся. Че, нам нужна деваха там или что? А, нам нужна еще одна деталь, похоже. Да. Заработал. Необычный механизм, конечно. А это что такое? Стоп, стоп. Еще звук такой. Да, туда не попасть. Нужен кто-то, кто умеет либо прыгать высоко, либо непонятно что. Чилетать умеет. Да, чилетать. Вон там, лопату не будешь брать? Зачем? Ну, не знаю, может пригодится. Я возьму. За то, что прожухал лопату. Что? Иди сюда. Иди сюда. Нет. Нет. Ну иди. Ну что ты творишь? Сдачу даю. Та-та-ра-там. Та-та-ра-там-там. Все, я уже. Хотя она двухместная. Вот я опять не понимаю, что происходит. Оу. Максимально странно. Ой. Приехали. Приехали. Там Андрюха нормуль припарковал там тачку, если что. Так как надо. Тут у нас еще что-то строить. Мост нужно. Та-та-ра-там, та-та-ра-там-там. Не хватает нам немного деталек до True Adventure. Ран, батя, ран. Ну и мы уехали в итоге. А за нами на самолетах, парни. Офигеть. Они в туннель сейчас залетят. Так. Но они попытались. Он сам тут в шоке от того, что творит. Вуаля! Вуаля! Вот это, блин, было круто. Да тут спокойно. Стрелять туда не собрались. Там что-то я слышу много чаек. Да, ну, есть такое. Моря. Ой, нам, похоже, их и собирать нужно. Пять ракеты. Бомбы, бомбы эти. Ой, блин, что такое? Мы спугнули чаек, да?
одну из... Вот лопата, видишь, нам нужна лопата. Где лопата? Тащи лопату. Ты от меня теперь не уйдешь. Перестрелка. True adventure. True adventure. Где? 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 Kill run. Ты смотри, на него метка стреляет. Вот она, лопата. Так, я в домике, все, уйди. Я спрятался. Да ну что происходит? Проверяю, что ты тут делаешь. Понятно. Спрятался он. Да, True Adventure. Нет. Ей! Офигеть, тут столько всего. Я откопал замок. Большой пляж, однако. Ого, ты там за камушком нашла. Неплохо, неплохо. Угу. За буйки не заплывать. Осторожно! Ракета. Ракета. Вообще это бомба, наверное. Это ракета. Скидывают их сверху. Самолета. Где-то там чайки шумят, да? Нам еще. Давай замки сначала подкапывают. Давай. Там опять, по-моему, прилетели. Как наверху туда попасть? Вот туда. Глянь там. По лесенке. Маршрут. О, ты так спокойно залезла. Я не мог там. Что это я нашел? Ключ. Ключ. Ключ нужно вот здесь использовать. Лопата. Мы можем типа назад вернуться или это дальше? Блин, я думаю, это дальше. Убили. Давай. А где еще один замок? Я ж только два получил. А, он, наверное, там еще будет пляж. У меня не получается. А, надо получается. Осторожненько это делать. Хорошо, я буду делать это осторожненько. Лезут, парни лезут полянам там. Все правильно, с такими звуками и надо. Все, вся надежда на тебя. Поляном. Да, надежда ты не оправдала. Иди сюда. Я тебе объясню. Тихо, не надо. У меня и так там два сердечка. Никаких объяснений. Вот начинаются лопатные бои. Кто вообще это озвучивал? Так, ты идешь или я иду? Понятно. Ань, ну вот не надо этого делать. Что? Ну куда ты меня тянешь? Я не знаю, где я вообще. Просто не надо было, наверное, ничего жать, и было бы все нормально. Вот, наконец-то. Тут, видимо, это сюжетно надо их разогнать всех. Mm-hmm. Как так-то? Как так? Ты где? Без понятия. Мне написало, нажмите старт. Это вообще нормально? Ну так тебя отключило. Да, с чего они меня вообще отключили, я не понял. Та-та-ра-тан, та-та-ра-тан-тан. Ты плескаться? Плескаться. Плескаться. Я плескаться. Что, может быть, тут секретик? Угу, банан тут. А не секретик. Ладно. Все, я бегу ран. Эть. Я за тобою сразу. Вс,
все-таки поплещемся. Звук воды и вода, это я, знаешь, как будто я окунулся только что. Выглядит. О, освежает. Классно, да, освежает. Освежающая картинка. Тут, наверное, чайки. А нет. Что происходит, блин? Камни скользкие. Тут легко Witch True Adventure собрать с запасом, блин. Ого, как я выжил там. Как было. Я выжил, будем знать. Фу, только мы с тобой. Лопата начала умница. Ой, блин, пора валить. Да, все три замка, и, соответственно, мы нашли кусок этого. Ого, 6 штук собрали мы. Золотой сундук. Офигеть. Офигеть, не надо. Ой, бить те же предметы, которые я бью, блин. Что ты делаешь? Зачем ты? Говорю, вот я обратил внимание, быстрее. Мы на протяжении всей игры, я подбегаю что-то разбить, Аня сзади уже стоит с кулаком в затылок, типа, вдруг ты не сможешь. Там же ж есть предметы, которые разбивать, понимаешь. Но я обратил, что не только ты бежишь там, типа, за мной, но я тоже, знаешь, типа, ты что-то подбираешь, и я тоже туда. Хотя вообще тут он полным-полно всякой ерунды, которую можно разбить. Не мешая друг другу. Глаз-алмаз. За нами приехал пацанчик. Дружбанчик. Дружбанчик. No ticket. Нет билета, называется достижение, которое мы получили. Мы также получили True Adventure, настоящее приключение. Собрали много денежек. Подожди, так там написано Adventurer или да, Adventurer. Adventurer. Да. Ну, продолжаем. Это как настоящий пират и настоящий приключенец тоже. Приключенец. Приключенец. Интересно, есть какое-нибудь другое слово? Не приключенец, а... какой-нибудь. Я думаю, это самое идеальное слово. Да, приключенец. Как имперец. Или имперец, нет, не идеально, по-твоему. По-моему, имперцы. Я уверена, что приключенец, такое слово существует. А имперец? Имперцы. Они с империи. Тоже все логично. Или вот это, имперские солдаты. Имперцы! И все. Так, папка пока отдыхает. Вау, лопатой тут круто орудуешь. Ты видела, пулю отбила назад? Нет. Я его поймал. Да, я там лопата. Лопата — это прикол. Пистолет я хочу тоже. Та-та-ра-та. Блин, эти колокольчики, которые на протяжении... Слышишь, сейчас, давай я их перестреляю. Вот слушай, остановись. Давай помолчим. Да, действительно. Да, я слышу, слышу. Это церковь. Она всегда с нами. Да. Так, что тут с машиной? Ломаем ее или... Молилась ли ты на ночь Дездемона? Я не знаю, как нам Дездемона, но меня сейчас еще чуть-чуть и пристрелят. Упс. Я тут зачем-то колеса сбиваю с машин. Может, вот тут наверх можно? Ну, наверху там явно есть секрет, но ты типа снизу вряд ли допрыгнешь. А! Не-не, сверху, ну, с этих штук он не допрыгивает, уже проверил. Вот, что-то собрать, да? Что за механизм? Флагшток? Спокойно. Их тут несколько. Три каких-то предмета придется сюда тащить. Ой. Пещерка. Да. Ну, молилась ли ты на ночь Дездемона? Тащу, вот голова чья-то. Это льва. Просто меня раздавило. Ну почти. А тут нужен гаечный ключ. О, лопата. Не, лопата, лопата, ем. Да, не успел. Все. Понятно. Пустите меня на борт. Молилась ли ты на ночь Дездемона, значит. Эй! Тут, вот тут точно нужен ключ, потому что я... Куда ты вышла? Ты вышла куда-то? Ну да, за ключом. Нет, пошли погоди. Его искать.
Погоди. Не работает? Тебе не работает. Нужен... Но теперь точно можно за ключом. Любопытно. Что это вообще такое? Куда его? Куда еще? Его? А, это вот эти вот как раз для этого предмета тут платформа и установлена. Так, я это наши. Бить. Это свои это пацаны. Ну да, это ж у тебя кепка. Там в каске. Ну, у нас нет книги, да? Да. Печаль, беда. Чтобы пройти дальше, нам понадобится книга. Ну, или разгадать этот секрет. Лошадка, это прекрасно. Ага, вот тут на втором этаже, так сказать. О, это был прыжок веры. На. Что, мне нести? Ну, конечно, я буду на лошадке кататься. Понятно. Так, где третий искать? Третью деталь. Вот она. Обалдеть. Давай, быстрее. Да. Собирай быстрее, что мы тут. Ой, это машина получится какая-то. Ура! Я бы все равно это предпочла. Бульдозер, а? Я бы все равно предпочла лошадку. Забульдозишь меня? Да уйди с дороги. Забульдозеришь. Может, с нее можно прыгать наверх, типа оно? Ой, с лошадки можно прыгать наверх. Ой, точно, давай. Даю. Никаких, я тут все попроверял, никаких действий. Могу куст только задавить. Вау! Че? Оу! Она ж уничтожает еще и эти флагштоки. Ну давай. И еще тут один. Угу. Неплохо. Понятно. Ой. Я был близок к тому, чтобы возле тебя очутиться. Где лошадка? Лошадь убегает. Может быть, бешеная? Ну, кто знает. Как скажешь. На. Ой. Ну, видишь, они хотели ее пристрелить, она бешеная, я терю. Парни сразу агрессируют. Кнопкой А, да, прыгать? Да. Высоко. Крестиком. Каким, блин, крестиком? Этим самым. Ну и что это было? Так, аккуратно. О, блин, R2-D2! Серьезно? Это просто отсылочка. Да, это было прикольно. Одна из пяти написано. Отсылочка. Ну, мы типа в пустыне, а как вы помните, четвертый эпизод, который «Звездных войн», который первый, по сути, он начинается именно тоже с пустыни. Что, мы уходим? Да, давай разламывай. Подожди, а книги-то у нас нет, там еще можно, нас могли справа там закинуть, но не надо. Поехали дальше. Поехали, побежали. Как-то прикольно получилось. Ты за рулем, типа, да? И в заставке за рулем. Или так совпало, так или... Так совпало. Ну, было бы, конечно, прикольно, если бы они рисовали бы... Знаешь, вот есть в заставках во многих играх
обычно в классных играх делают следующее. Если ты... Ой, блин, меня застрелили. Если ты, типа... В заставу, вот у тебя, допустим, оружие какое-нибудь или одежда, да, ту, которую ты одел, она и в заставке. Это прикольно, так и должно быть. Вот, ну тут немножко как-то, ну они как-то сделали так, особо ты на это внимание не обращаешь, но я не могу сказать, что прям, ну, что так как мы в игре... А, он целит в тебя! Да, он еще, видишь, попал в этот, вот сейчас он должен тут взорвать предмет этот... Сейчас, аккуратно. Ей! Я что-то соберу. Сильно близко не тусуй ко мне, чтобы он может там типа в тебя частично. Он меня не целит, я тебе так скажу. Я ему не интересна. Это что, я насос? Я добываю нефть! О, действительно. Ой, блин, действительно горит. Это фонтанчик. Что происходит? Зачем? У тебя есть лопата? Есть. Копай. Копаю. Я выкопала почтовый ящик. Почтовый ящик это то, что нам нужно. Что это такое? Какой-то оазис я выкопал. Поливайка. Бонусы. Интересно, с этим танком они придумали тут. Но он, конечно, очень шустрый. Вот сюда он еще должен шарахнуть. Я здесь, эй. Лопух. Прием. Лопух. Профессор, конечно, лопух, но задача при нем. О, блин, что ты запустила? Я боюсь. Боюсься? О, нормуль. Много шума просто было от этой тележки. Да, действительно. Блин, знаешь, что я хочу? Я хочу взять Nintendo Switch. И мы, чтобы с тобой записали Donkey Kong Country Tropical Freeze на двоих. Как скажешь. А это было бы прикольно. Это мина. Вот, и еще какие там игры, всякие Марио на двоих. Можно было бы в Марио этот, господи, не Galaxy, который Марио Odd World, что-то мне хочется сказать, но на самом деле, конечно же, не Odd World, Марио Одисси, вот, вспомнил. Там, по-моему, тоже как и в Galaxy сокровище. Можно. Это мины, прикинь. Сокровище из нефти. А, там было. Из нефти, ну оно видно, ну, это. Высосалось. Всплыло. Давай, толкай эту штуку. Его один раз, похоже, осталось, видишь. А наверх там не допрыгнуть, да. Ну, с этого. Да. С этой штуки нельзя. Это мина. Он еще раз на ней сейчас подорвется, и получается, мы сможем идти дальше. True Adventurer мы получили или нет? Нет, пока что, да. Блин, так жалко, когда детальки исчезают. Вот сколько я играю, столько я на это и обращаю внимание. Есть, его зацепило третий раз. Там, кстати, он фиолетовый. Лови. О, он уехал, это еще не конец. 10 000, плюсануло. Наверху там ничего, да, по рельсам, если подняться нет. Не осталось? А как ты так не забрал? Или это вторая там появилась? Кто? Ну вот только что. Да я забежала, и дальность прорисовки не прорисовала это сокровище. А, офигеть. Потому что ты был спереди. Да, всё, я такая, понял. Ну ладно. Прикольно. Опять этот дятел. Ну глянь на него. Спокойно. Ты только глянь на него. О, лошадки. Да, он все-таки меня собирай, True Adventurer хочу. Я нашел какой-то ключ, но он меня опять застрелил. Он просто максимально агрессивный. Да, свались. Ой, блин, он опять приехал сюда. Ну так нечестно. Мы его победили. Да что он, конечно, свалился со скалы, это было эпично. Нам осталось чуточку. Ой, он, наверное, должен вот эти расстрелять, да? Или нет? Тебе ключ нужен вот сюда наверх. Я просто хочу, чтобы он шарахнул в
Он не шарахнет, Андрюша. Андрюша, эти камни не из лего, он не будет их шарахать. Ладно, все, я поехал тогда, поскакал. Сюда? Угу. True Adventurer. True Adventurer. Что же за слова такие английские? Надо, кстати, больше на английском разговаривать, чтобы чуть-чуть наверстать упущенное произношение, потому что я стал в разы хуже разговаривать на английском. Оу-оу. It's a pity. Pity. И мне тоже жалко. Ой! Проверила надежность. И я проверил надежность, и могу тебе сказать одно. Там ненадежно. Ничего надежного тут нет. Вот как это работает. Тебе перепрыгивать, смотри. Какой-то это не злобный чувак, он выглядит весьма по-добренькому. Ну, глянь на его лицо. Но он танкист, а танкисты это все бравые ребята, ты что? Как скажешь. Он, видишь, даже эти машут. Вау, мы на танке будем опять. Будем опять как в этом, как в Uncharted есть щит, я там разложился на детальке. Нам, наверное, с танка не нужно спрыгивать. Но это прикольный эпизод. Давайте запрыгивайте по одному. Моя левая половина танка. Вот, вот тут вот черта. Не пересекай. Ну иди, ну на ту. Ну что ты делаешь? Ничего не знаю. С этим. О чем ты? Сердечки все поулетали. Обратно залез. Вот у меня, видишь, ты ударил мою лопату, у меня два сердца, я сейчас разлечусь на... Я не знаю, не знаю, что о чем ты. Что ты не знаешь там, ага. Успел это. Постоянно та-та-та-тан, та-та-тан-тан-тан. Ну, запрыгивайте по одному. Ой, прошу прощения. Прикольно, он вылез, получил тюлей назад. Ой-ой, вот это засада. Ни одного сердечка не дали. Вообще-то дали одно, но я тебя и шандарахнула после этого. Прости. На тебе в подбородок, это был четкий кук справа. Хе! А-а-а! Все со скалы они упали. Да он зацепился или спрыгнул. Ну, о чем я и говорю. Они тут уже печалец. Ха-ха. Кто это вообще такой? Это эти счастливые арабы, что кто это? Счастливые арабы. Так, что у нас дальше? Салих это, видишь, Салах. Салах? Салах, Салах. Так, True Adventurer мы получили, собрали порядочно деталях Лего. Вернемся в Барнетт Колледж, купим, наверное, новых персонажей, да, чуть-чуть. У нас персонажи практически все уже открыты. Я думаю, за открытие всех персонажей нам по-любому дадут какой-нибудь приз. Возможно. А может и нет. Мы, кстати, собрали всего 84 сундука с золотом из 180, то есть 100 еще. Ё-моё. Еще собирать. Но персонажей мы почти всех купили, это круто. Британский солдат, как британский командир, Казим. Enemy Butler. Дворецкий врага. Вражеский дворецкий. Enemy Radio Opera. Вот этого помнишь? Оператор был. Там его быстро вложили. Индиана Джонс, офицер. Эльза, офицер. Полковник Вогель. Вражеский пилот. Казима.
Кодзима! Кодзима! Кодзима-сан, мы тебя в следующий раз купим, прости. Так, что у нас тут? 3, 4, 5, 6. 6 персонажей осталось. Я уже в предвкушении, как мы забираем всех. Вперед! И с песней. Так, на этом мы закончим эпизод, ребятки. Огромное спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь. Продолжим в самое ближайшее время. Пока! Пока-пока!